«Усыновления не было», заявила 48-летняя Ольга Будина. Она действительно приютила ребенка на новогодние праздники только из-за того, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Так сложились обстоятельства, и мальчик временно попал в приют при живых родителях. Но вскоре уже вернулся домой. А средства массовой информации раздули эту историю до невероятных размеров.